Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Майя Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы случайно наткнулись на это видео и не видели начало партии, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому видео, либо появляется в верхнем правом углу. Также напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, а для всех остальных приятного продолжения просмотра. Наверное... Послушайте, а чисто теоретически норвежец религии победить не может? Потому что реальная религия есть только у голландца, считай. У него только 4 города. А если у норвежца 330 веры в ход, а накоплено у него религии мало. То есть он явно сейчас скупился. А, и он со всеми вами заключил дружбу и союз. Ну, посмотрим, посмотрим. Так, здесь геотермальные, на моей территории еще геотермальные поля. Вот, например, тут, тут, тут. И все, да? Микены стоят на геотермальных полях, все. Три штуки, ну это энергии много дают, нормальная штука. Опять я в золотой век вышел. Что я тут мне хоть дали? 200 единиц мирового влияния, так. И 200 единиц мирового влияния. Космопорт только я построил, ясно. Ацтека герой. Ну, мне пульс паровой машины тут. Чисто на производство все. Так, блин, зачем я ее покупал?
Уран обработал. Ну, тут еще геотермальный еще один был. Раз, два. Блин. А, вот тут. Нет, давайте уран, наверное. Сначала. Люкс, Норвег, предложение. А мне? Ты мне дашь уголь? А, у меня его ноль. Да. Не дам. Так, давайте ртуть на соль. Норвежец, предложение. Да. Сельдь засолишь. А то все тухлое и тухлое. Ацтек предложение. Ну, не знаю. Так, дипломатические победы какой-нибудь там вообще выигрывает? Тебе 4 из 20, ничего мы себе в этой игре дали. Да, у меня еще минус мирового влияния. Я себе начислю плюс 2. Дипломатия. Я тоже за Норвегию. А промышленный у нас есть города государства? Ня. Ну, тогда она уже. Предлагаю за баня священки. Религиозный? Ну, да. Давайте. Мы же атеисты, мы в космос собрались, правильно? Да. Так, производство. Угу. Отлично. Зенитки просто быстрее будут строиться. Давайте подождем два хода у него. Космопорт доделается.
Запустился спутник. Вот тут. Голландец все заселил. Тут какая-то... А, то есть вот тут, где ацтек появился, это было вот тут, и он потом захватил эту унцу и вот тут расселился, ага. Ну да. Проблемы тут. Вот его подселил, конечно, голландец. Чё, ты не хочешь, чтобы я уран обработал? И все, больше ничего не надо. В глобализацию и в синтетическую технократию. Заберите ученого.
Люкс надо обновить.
Сколько у тебя шанс шпионов на прохождение, когда ты это делаешь, Алексей? Просто у меня карточка стоит вроде. У тебя все проходит. Меня что-то спрашивали, а то я без наушников тут сидел. Да, сколько у тебя шанс у шпионов в моих городах на успех? 73 вроде сейчас было. Круто. А что? Да просто. Ну блин, ну и где следующее? Видимо, это все надо открыть. Опять рассинхрон. Нашел у тебя каждый ход, да? Да. Здорово. Ну класс, блин. Так, пожалуй, проекты производственные. Что следующий инженер может быть крутым. Про очки дипломатии в некотором смысле сейчас стало логичнее. Вот смотрите, мы с вами втроем в гудморнинге, да? И у нас вообще нету очков дипломатии. 0 у ацтека, 25 у голландца, я уверен, что у него там в минусе тоже. Не знаю, откуда он взял 25. И у меня 0, у меня минус 19 вход.
И единственный, типа, ну, дипломат, который ни с кем такой не воевал, такой добренький парень, норвежец, 391 очко. Там у меня, например, идет минус 10 штраф за оккупированные начальные столицы. То есть это, я так понимаю, столица Конго и столица Грека по минус 5. Минус 10 за уровень претензий, то есть у вас ко мне претензии, видимо, есть какие-то. Люк, забирай быстрее инженера. Спасибо. Так, и я еще и второго почему-то взял. А Кейба, почему нет, я два подряд? На космическом, нет, на космического я взял. Ах ты гад, блин! Понятно, почему второго, да. Блин. Разговорился я. Растрынделся. Ну, теперь можешь продолжать. Да, уже не прикольно. Так, делать мне еще термоядерку ли? Да, наверное. Ну, теперь можно в инженера не вкладываться, а вот в ученых, да. Сколько там? Ну, ученого он возьмет следующим ходом. Норвежец ничего не вкладывает. Что-то я там фигню принял. А, нет. Нормально. Ну, правда, это вот плюс 5% культуры надо поменять, конечно. Но, в принципе... Ни хрена. 210. Нифига себе. Мне стыдно. Ну, мы видим, какая у тебя территория. Как бы нормально, в принципе. Там нечего стыдиться. Голландец ученого забирай. И художника. Я под груз. Норвег, можешь ученого выкупить? Могу. Зачем? Вы же там деретесь между собой. Но он и так впереди. Мы догоним. Тем временем быть. Протестантизм 28 городов. Но я думаю, все-таки не успеет. Ну, один сноп, пока еще один из четырех. То есть еще никого не обратил.
Но у него плюс 30% сама сила религии, понимаешь? То есть он там, ну, давит прилично просто сам по себе. Блин, я что-то термоядерок настроил. Может, покидаемся? Не-не-не. В смысле? Я специально ничего не строил. Ну, у меня просто столько производств во всех городах. Я ж только в одном строю проекты космические, а в остальных что делать? Ну, это просто нечестно. Ну, хорошо, я роботов настрою. Можно роботами нападать? Роботами можно нападать? Мы же не договорились на или нельзя тоже? Ну блин, я вообще ничего не строил. Блин, круто. Типа договорились на улет играть, я сидел в кате. Ну ладно, на улет так на улет. Я не знаю, я настроил. У меня просто по 200 производства в 5 городах примерно. Ну, у меня примерно так же. Тогда что у тебя в тех городах строится, интересно мне знать. Исследовательские эти проекты. Сата, я могу кинуть? Люкс, я могу в тебя кинуть? Нет, конечно. Но ты же говорил, ты что... Норвега ты кинуть, же не договаривался, я тебя спрашивал, помнишь про... А потом мы все-таки договорились все втроем, что мы не будем швыряться. Я даже Манхэттен не изучил. И город не поставил на уран. Да блин, вот вы какие. Сам сказал играть в улет. Вот играем в улет. Так я играю в улет, но у меня еще термоядерки есть. Что делать теперь? Ну так зачем ты их построил? Ну а нечего было строить. Будь здорово. Ладно, какие у вас там союзные ГГшки? Надо ж во что-то кинуть. Какая вам ГГшка не нужна? Да, все можешь кидать пофигу. Да, все всегда. Пофигу, да. В гранату кинь. Ладно, Карагина, сколько у нас союз с тобой? О, два хода. У нас не союз, у нас дружба. Союз? Почему? Люкса, ты не можешь выкупить, да, никак? Нет. Сколько тебе не хватает? Косарь, да. Я тебе дам. Воу, что происходит, я не понял. Может, каждый за свои себя будет играть? Только давай ты его использовать не можешь, мы просто ему... Отлично, не дадим, да. Ну окей, допустим. Ну просто ты впереди, как бы. Это уравнивает шанс. Да, давай, я не буду есть. Да, ты просто выкупишь эти пэт. Ну все. А ты думал, сказ хлопал? Я в вас термоядерки не кидаю. А мы начнем вот с так. Того, что я в уран, если что, первый вышел. Я мог давно что? Втекнуть. Блин, у меня был уже максимум урана, когда ты только в него вышел. Именно 45. В смысле максимум урана? Ну, я следил за ресурсами. У меня было 45 урана, ты только вот изучил его, в него вышел. Манхэттен у меня 3 хода строился. Я мог намного раньше в тебя кинуть ядерки, понимаешь? Ну, у меня стояли... Ядерки так тебе вообще бессмысленно было кидать, потому что у меня стояли зенитки. Тебя только термоядерками, если возможно было.
Хотя, может, оставить. В принципе, почему нет? Давайте засоюзим Умаси еще. Вот эти умные материалы, блин, где? Вот тут, что ли? Вот это? Вот оно. А почему оно закрыто было? Почему я его... Вот я же этим ходом смотрел. Что это за говнина сейчас происходит? Чувака, ну ты его использовать не можешь. Потому что он мне денег дал не нужное количество. Ну и что? Ну, как бы... Нечестно. Но он мог не отдавать мне этих денег, и его выкупил бы ты следующий. Да, я бы выкупил и побеждал. То есть это в его интересах было. Но ты-то вперед не вырываешься, использовав этого человека. Так если ты победишь, он тоже не победит, понимаешь? Правильно. Но если он не будет его использовать, это не факт, что он победит. А используя его, он может... имеет, ну... значит, появляются у него шансы на победу, скажем так. Он есть что и так меня опережает. У него... Нет. Колония на Марс один ход, у меня два. Я даже его типа отстаю. А, ну вот так строится. Да. Так что это скорее у меня шанс появляется. Вы-то мне как бы ломаете эти ракетостроения. А у меня вот не проходит на вас почему. Ну, мне, конечно, не надо кидать на норвежца, потому что, видите, у меня тут к нему офигительные производственные караваны бегают. He had discovered a great law. Не знаю, в какой я ЗРК столько настроил. Ой, блин. Но у меня, у тебя сорвать ракетостроение 90%. Ты вообще хоть что-то сделал, как бы, по защите? Да, у меня карточка все это время стоит. Очень странно. Не, реально сейчас 90%. Это, и это, ну да, правда, шпион третьего уровня, но он не прокачанный на срыв ракетостроения. В общем, странно. Вот иди люксу сломай, мне не надо. Я отстаю. Так ты ж ему денег дал. Мне уже сломал. Вовремя кто-то приехал. Ученые как раз умные материалы открыть. Торговец господин 18 ликов Кавиля услышал, что Нидерланды завершают проект космической гонки запуск колонии на Марсе. Что-то типа заюзал все-таки, да, его? Это кого? Ну, ученого. Нет, вот он, смотри. Типа того первого заюзал. Ну, молодец, да. Короче. Ашан, блин. Ни себе, ни людям называется.
Ну вот ты мог тоже так-то у него поломать там космопорты, а не у меня. У меня нету шпионов в Голландии. Я имею в виду, Алексей мог у него ломать. Я один у тебя один раз сломал, один раз и все. Ну это два хода, блин. Что у тебя сколько космопортов-то? Так мало, точнее. Ну ничего, он еще не открыл межпланетные перелеты, вот это вот все. Так что есть, ну, просто не дал Ашан мне купить того ученого. Отлично. 5 баллов. Ни себе, ни людям. Хоть бы себе бы, знаете, вот купил. Себе. Чтобы победить. Межпланетный полет Люкс еще не вышел, поэтому у нас все еще есть шансы. Караген, предложение. И еще одно. И в Люкса мне нельзя кидать, да? Тебе ни в кого нельзя кидать что ядерки. За... Что за фигня? Бармонгерские завершения партии. Лишь бы покидать ядерки. У нас флешбеки у троих, между прочим, до сих пор. Вьетнамские. Никогда не был во Вьетнаме. Ну вот мы недавно были. Сейчас бы город 21 жителя потерять просто за один ход. Ну, видите, благодаря тому, что заключил союз, было два хода, стал один. И следующим ходом начинаем так. Значит, один ход уже улетает, Люкс. Будет два хода улетать, я начну ускоряться. Тут зависит от того, у кого будет больше космопортов. Я, по-моему, прилично космопортов построил. 3 метра. Ну, вот теперь, сознаюсь, я тебе второй раз сломал космопорт, да. Ну, это тебе за то, что ты 1000 дал ему купить этого чувака. Теперь у нас без шансов. Ну, так было бы то же самое. Какая разница. Кстати, я тебе тоже же сломал, да, один раз или нет? Да, да. Но ты не тот сломал, где я строил. Не угадал. А ты тоже сейчас не тот сломал. 1-1. А какая разница? Сейчас ты ускорялочки-то не построишь? Не построишь ускорялочки? Я чиню за один ход почему-то в этот раз. Так что пофиг. Ускорялки я еще не изучил.
В самом деле Алексей все равно побеждает, так что. Почему? Потому что Люксу долго еще до ускорялок. Потому что у тебя промки больше, чем у меня. Мне нарисовано, что он в ускорялках так же, как и я. Чё ты рассказываешь? Строятся они у меня дольше, чем у тебя. Странно, у меня написано технологии исследования, у него 72. Ну, я может, он меньше хорошо. Технологий исследовал, но открой дерево технологий в межпланетном полете. Так же, как и я. А, он типа священки... А, нет, он там изучил. А чё он мог не изучить, чё за бред? Дальняя связь, технология вскрытности, прогнозирующие системы, одна закрытая технология. А у меня, короче, технологии скрытности бот изучал. Когда я вылетал. Короче, ничего не знаю, так, я вот проиграл, потому что я вылетал. В Калакмуле? Нет, потому что ты дал чуваку купить... Великого так, человека. Я его не использовал, этого великого человека. Он стоит на берегах Голландии, он да, его может вижу. Каждый ход контролировать. Можно я в Люксу ядерку кину? Ну ё-моё. Китай, и пойдем спать. Такой злобный, а? Можно, наверное, я пойду спать. У меня не получилось. Чё-то мне... Да, как-то у тебя слабо с религией. А, слушай, 34 уже, нормально. Да нет, они отваливаются. Я не знаю, у меня уже, по-моему, пасов 18 сейчас было. Я уже не могу их покупать. Слишком дорого стоит. И один фиг что-то как-то не берутся крота. Ну, у тебя тут, прямо скажем, нормальных городов государств на религию не было. Да понимаешь? Шли сразу. А кого? А какие были? Наска, Канди и Лавента, вот их три было. Их все снесли. Нет, Канди вообще-то есть до сих пор. Наска так ну себе да, на религию. А Лавента что дает? Ирвана. 2 световых хода, а я 3. Ну да, похоже все-таки. Все еще не факт, но посмотрим. Просто они все заряды свои тратят и не могут уже взять этот город. Капец. Спасибо, Караген, что убил у меня промку со стольни. С религией. А чё тебя? Я тебе у меня религия взял. На промку, ты у меня религию убил просто. В Амстердаме-то что ли? Ну да. Да я, кстати, там 2 апостола стояло, и оба не смогли даже его взять, этот город. Они просто вот сняли твою религию, и все. И ничего не могут сделать. Ну, один ход межпланетки ты мне заруинил. Ну, сорян. И так отстаю, еще ты тут.
Да нет, Лёша, наверное, быстрее улетит. Да понятно. Я просто смотрю, сколько там ускорялки у этого делается, у Люкса. По 4 хода, жесть вообще. Блин, надо было ходов на 10-15 раньше идти. Просто умники. Может быть, проще было бы. Еще эти горы дурацкие, через них так они долго идут. Сколько пролетаем? У него 4, у меня 7. Посмотрим, как сейчас рабочие будут работать. Интересно просто. О, на один ход ускоряет. Класс. Это мне нравится. Что-то мало дали. Ну да, там Лёш 7 ходов уже летит. Ну Люкс на несколько ходов раньше полетел. Да, на сколько? На ход? На один? По-моему, на 3. Мне кажется, на ход. Осталось-то пару ходов. Да? Ну, если он сейчас уже 7 летит, и у него по одному ходу они ставят. Четыре световых хода в год. Нет, 4 световых года в ход. 8 световых лет за ход и 10. Да. Прикольно. Ладно, все человечество приглашаю на лицезрение испытаний термоядерного устройства около озера Такламакан. Это недалеко от Наски. Приходите посмотреть. Готовы? Да. Хана Наски. Не, в Наску я не буду бросать, я тут рядом. Это ж... Вот слева от озера. Блин, там туман войны, ничего не видно, я только... Уии, ну что, он не показывает сейчас? Нет, просто зеленый. Понятно. Скучно. Опять ножники обманули. Шифтуйте уже, давайте. Так, нам надо эти расставить еще. Every life is many days. Вы видели? 13 вход. Я вас еще догнал по световым даже. Но, к сожалению. Ну, там даже и Люкс не успеет, потому что Люкс-то все равно хвост. Он первым улетит. У меня 14 световых вход, и я следующим улетаю. У меня 21 из 25. Я тоже в следующем улетаю на 17 из 25. Круто. И что, и кому да? Ну, я так понимаю, что, видимо, дадут мне... Хост? Только потому, что я хост, да? Да. Ну, а Ашан, а ты улетаешь следующим ходом? Нет, я через ход. Но, если бы бот не изучил бы бесполезную технологию, я бы тоже улетел следующим ходом.
Так что я считаю, что я тоже улетаю в следующий ход. То есть дружеская ничья, да? Да. Оставляйте меня здесь одного, да? Ну ты... Садись ко мне. Религиозные фанатики нам в новом мире не нужны. Там Бога нет, вот это вот все. One by one, they were... Не дали. Один раз дали термоядерку бросить. Мы договорились. Блин. Настроил термоядерок. Да, дали мне ачивку. Much as our ancestors did ages ago. Блин, мы в последнее время вообще здесь как мы втроем ровненько по науке шли. Ну да, ладно, спасибо за игру всем. Так сладенько зевнул. Спокойной ночи. Спасибо за игру. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!